Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот многогранник. В математике он называется октайдер. Можно повесить его на нитку и использовать как кусудаму. Можно сделать вот такую вот окантовку, использовать другие цвета для изготовления этой кусудамы. Нужно будет 4 260 шарика. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарики. И надуваем на 50 сантиметров или 8 пальцев. Оставляем. Завязываем ближе к колечку. Делаем мягкий маленький пузыречек. И скручиваем его в пинч. Фиксируем. И делаем 3 кругленьких пузырька. 1, 2, 3. Скручиваем их вместе. Делаем еще 3. И также скручиваем их вместе. Еще 3. Скручиваем. Располагаем в виде такого треугольника. Делаем мягкий пузыречек. Так вот. И еще один такой же. Теперь делаем второй треугольник. 3 пузырька. Скручиваем. Это можно отпустить пока. Еще 3. Скручиваем. И еще 3. Остаток. Аккуратненько спускаем, оставляя маленький пузырек. Завязываем и обматываем. Вот так вот. Из остальных шариков делаем такие же модули. Теперь скручиваем пополам и второй тоже скручиваем пополам и переплетаем их. Так. Располагаем в виде такой вот пирамидки. Так, и то же самое с этими. Так вот. И осталось их соединить. Для этого берем ненужную шедемку.
привязывая к одной половинке. Так. Выведем. Складываем их вместе. Оттягиваем. И обматываем вокруг. Теперь выравниваем. Вот такая вот получилась у нас кусудама. Всем спасибо за внимание и до свидания.